Ё-моё, ты что творишь-то? В прошлый раз я как перевернулся не могла, сейчас слишком туда ногами, да, пошла? Прям... Пойли. Конечно. У нас такая экстремальная была неделя, потому что готовить номер в трех разных городах. Это надо умудриться, и еще мне за это время слетать еще в четвертый. А, нет, все равно. Почему? Ё-моё, что виляем-то, а? Что виляем-то, а? А что-то вот такое? Как-то я в последнее время немножко сдал. Да разве можно? Я, так... все, я все жду, когда же этот второе дыхание вот это, где оно? Маргарита, где сейчас оно? Где оно? Сейчас пойдем, дыхание? Я тебя покорм... покорми. Покорми меня, пожалуйста. И будет второе, третье, четвертое. Я твое второе дыхание. Да, хорошо. Меня Петя утешал просто на тренировку, потому что меня за эту неделю сняли номера с машины, забрали права, украли кошелек с деньгами, всеми кредитными карточками и так далее. И что? И мобильный телефон. Вот. Поэтому... Маргарита, это сюжет в передаче «Человек закон». Да, но, ты видишь, что на фоне этого всего и еще и переездов мы все-таки сделали номер. Да. Я считаю, что хороший номер. Да. И партнером я постригся. Нет, мне, например, очень нравится этот номер. А мне очень нравится, как ты постригся. Я бы еще раз такой номер сделал бы. Вот. Так что все будет хорошо. Просто будем выбирать другую мебель. Насчет мебели не знаю, а музыку ребята выбрали Ника Кейва. «Где растут дикие розы» в исполнении Кайли Минок и Ника Кейва. My name was Eliza.
сердцем твоим любимым. Фантастический номер. Такой партнерши, как Рита Дробязко, можно подарить все розы на свете. Не только дикие, не только шиповник, просто все розы на свете. Как она замечательно исполнила свою партию. По содержанию песни ребята все и сделали. И первый поцелуй на берегу реки в зарослях диких роз был изображен. И то, что больше ничего на свете не существует, кроме любимого человека. И для Риты, и для Петра. Очень лиричный и очень скоростной и технически сложный номер. Они действительно красавцы. Секси, дала, шорох, молодец. Ну что, убери колечко. Да, колечко я одел. Это Игорь поменял, чтобы развиваться немного заранее, да? Очень хорошо. Ага, прям у тебя сразу и время было, и все. Совершенно по-другому. Я говорю, что раздеваться раньше начала намного лучше. Маргарита Дробязко, Петр Красилов, оценки за технику. 6-0, 6-0, 6-0, 6-0, 6-0. Средний балл 6 баллов ровно. Ну, надеюсь, не учите. А там как будет все шестерки, нам только вперед. 6-0, 6-0, средний балл 6 баллов ровно. Общий балл 12 баллов ровно. Молодцы, ребята. Илья Рахмельевич. Ну вот тут вы уже не можете не согласиться со мной.